На календаре 3 июля. 3 июля 1914 года император Николай II принимал на своей яхте «Штандарт» доклады о текущих делах в государстве и среди прочих бумаг подписал закон об учреждении в Самаре Политехнического института. Император быстро ознакомился с документом и написал на первом листе слова «Быть посему». Тогда на базе нового учебного заведения предполагалось открыть лишь два факультета – коммерческо-экономический и сельскохозяйственный. Сейчас в Самарском государственном техническом университете их гораздо больше. Сегодня профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции. 3 июля 1936 года эта служба была создана соответствующим постановлением Совета народных комиссаров СССР. В первых правилах дорожного движения говорилось, что пешеходы обязаны уступать дорогу ручной повозке. Повозка – извозчику, тот – автомашине. А обычный автомобиль, в свою очередь, должен был пропускать все машины спецназначения и автобусы. Поздравления с днем рождения сегодня принимает член Общественной палаты Самарской области Дмитрий Валерьевич Камынин. В такой же июльский день, только в разные годы, были рождены один из самых загадочных писателей начала 20-го столетия, большая часть работ которого была опубликована после смерти, Франц Кафка. Русский музыкант, собиратель народных песен, основатель знаменитого хора «Митрофан Пятницкий». Российская теннисистка, мастер спорта международного класса, уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и другие знаменитости. В народном календаре этот день посвящен Мефодию Перепелятнику. На Руси к этому времени обычно поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Начинался период легкой охоты. Каждый старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Этими и многими другими интересными событиями знаменателен третий день июля. Прекрасного вам настроения!